Всем привет! Меня зовут Александр Кислов, я из города Феодосии, сам я сварщик, занимаюсь металлоизделиями. Буквально недавно мне позвонил один мой знакомый и рассказал о том, что можно заработать кучу денег в бизнесе, связанном с топливом. И что американцы 6 лет назад выпустили продукт, органический биокатализатор, который снижает расход бензина, дизеля и даже газа от 10 до 30%, в среднем где-то 20%. Также он улучшает работу двигателя и продлевает его срок службы. А качество нашего топлива, как вы сами знаете, оставляет желать только лучшего. Я поехал к нему, приобрел одну бутылочку MPG Boost. Вот. Мне сразу сказали, что с первого бака экономии может не быть, что нужно выкатать несколько баков, а также знать расход своей машины по трассе и по городу. У меня ВАЗ-2104, и уже при заправке первого бака через 15-20 километров машина стала как-то по-другому работать. Улучшилась динамика, двигатель стал тише работать, пропал едкий запах из выхлопной трубы. Я даже сначала подумал, может это самовнушение, может и кажется все мне. Но вдруг меня жена спрашивает: «Саш, а что с машиной? Она как-то стала по-другому ехать». И тут я понял, что это все мне не кажется. И буквально через пару дней со мной ехал мой тесть, который вместе со мной покупал эту машину и гнал ее из другого города. И он спросил: «А что с машиной? Это не тот катализатор ты добавил, про который ты мне рассказывал?» Я говорю: «Да, это именно он», и машина стала просто неузнаваемой. И буквально через несколько выкатанных баков машина показала экономию 20%. Я, конечно, был в шоке, потому что я в день проезжаю примерно 50-60 километров, в месяц это 1500. И теперь при экономии 20% я машину заправляю не на 1500 гривен, это с учетом, если 1 литр 92 стоит 10 гривен, а на 1200 гривен при том же прохождении километров. И теперь я в месяц экономлю 300 гривен, а в год это целые 3600, а летом и больше. И теперь на эти деньги я могу купить себе хорошую резину и обслуживать бесплатно свой автомобиль на сэкономленные деньги. И больше не тянуть деньги из семейного бюджета. Также мне рассказали, что этим продуктом пользуются уже во многих странах, а в наших странах еще толком никто про это ничего не знает. Цены на топливо растут, падать не будут, качество оставляет желать только лучшего. И что, продвигая этот продукт в наших странах СНГ, можно заработать много денег. А что для этого нужно? Какие дальнейшие действия? Вам нужно попасть на мероприятие тест-драйв в прямом эфире в интерактивном клубе Прав ТВ на сайте. И там люди, уже используя этот продукт и продвигая его, в первые месяцы выходят на доход 700 тысяч долларов. И это только самое начало. Если для вас это предложение актуально, и вы хотите изменить свою жизнь в лучшую сторону, как я, заходите на сайт, который на экране. Всего доброго, до свидания.